Добрый день, поважанные сябры! Знов прийшла весна. Ширий колір змінився на зелений. З'явились уже квітки. Зараз май місяць. Сьогодні 19 мая, день народження піонерської організації. Як чудовен рослинный свет. Я хочу показать вам, пройтись вокруг нашего дома, какие тут у нас кветки, без, например. Вот, глядите, коли ласка. Вот. Ось он без, ось она сирень, такая вокруг нашего дома. Ось, видите? Ось. Ну, ось некий куст. А вот глядите, кленики цудовые. А тут побач с нами сквер зеленый. Бачите? Вельми чудовный сквер. Оттуда, а далее канал. Далее речка. Цвете каштан. Глядите, как он красиво цветет. Вот, как цвете каштан. А вот, глядите, и березки, побач березки. А далее дитячая лицовка. Ну, ходим вокруг, я вам покажу. И кветки еще, какие у нас тут есть. Вот. Ну, далее. Ну, вот стол для настольного тенниса. Вот тоже клен. А вот и елка. Вот она елка. Ну, вот знов без альбо сирени. Ось некі жовтенькі квіточки на гэтым кусту. Ось які гэтыя квіточки. Ну, знов, бачите, якая сирень чудовная. Альбо по-белорусски без. А вот глядите, какие кветочки женщины наши подъезды. Ну, вот посадили кветки. Видите, какие они красивые. И тюльпаны. Ростки, ростки. Что вы там нашли дома?
Ведаеце, одна жанчына вельмі актыўна ўсё гэта робіць. Не ўсе, ну некалькі іх. Одна в основном, вот вроде на первом поверхности она и живе. Одну тюльпану отвели, она посадила другие. Вот там. Ну, вот, бачите, тоже кусты безу. А вот на вот вишни у нас. Ну и их можно, они поспеют почастоваться этими вишнями. Вот глядите, как много зелени тут у нас. Вот. Ну ось, еще зроблю несколько здымков я каля соседнего дома. А на этом до побачення, дорогие собаки.